Всем привет! Вот и вышла игра Cradle. Игра пазл, головоломка, больше квест, где нужно взаимодействовать с предметами, понять смысл игры, в чем же тут загадка. Но сама цель игры — это починить спутницу механическую и вместе с ней разгадать, что же вообще произошло в этом мире. Ну, начнем с обучения, что ли, чтобы все по порядку было. Игра вышла 24 июля 2015 года. Темень. Для перемещения используй клавиши Bust. Для бега удерживай Shift, подпрыгнуть Space, пересесть, Ctrl. Это по стандарту. Некоторые объекты содержат текст. Чтобы прочесть текст информационного стенда, подойдите к нему. Когда курсор изменит форму, кликните на стенде левой кнопкой мыши. Нам доступны 4 типа взаимодействия. Каждому соответствует своя форма курсора. Глаз. Прочесть текст. Скобки взять. Либо отпустить предмет. Прицел переместить один предмет другому. Диалог в облако. Поговорить с персонажем. Чтобы открыть калитку, кликните на ней левой кнопкой мыши. Некоторые предметы вы можете брать в руки, чтобы поднять красный куб. Кликните на нем левой кнопкой мыши. Так. Чтобы носить предметы с собой, используйте инвентарь. Удерживая куб в руках, нажмите клавишу E. Чтобы вынуть предмет из инвентаря, повторите. Все просто. Вы можете применять предметы друг к другу, удерживая в руках предмет А, наведите курсор на предмет Б и кликните левой кнопкой мыши. Добавьте к сооружению из кубиков недостающую часть. А что-то куб дергается. Там, наверное, хомяк под ним вылезти не может. Из норы. Чё тут кубик ставить типа надо? Красный по углам. Значит, красный. Чик. Во время игры вам может понадобиться помощь в прохождении. Чтобы получить подсказку, нажмите Tab. Повторное нажатие Tab скроет подсказку. Здесь начинается наша история. Вы спите и видите странный тревожный сон. Чтобы проснуться, следуйте указаниям. Подойдите к столу и кликните. Это что такое?
засосало куда-то. Cradle в переводе означает колыбель. Загрузка. Лежим на полу. Ударились, наверное, головой. Или кто-то помог ударить. Как обычно, ничего не помним, никак не зовут нас, нигде находимся. Куда-то засосало в какую-то юрту. Добавлено новое задание. Вы не помните своего имени и не узнаете место, в котором находитесь. Записка на столе написана вашей рукой. Хо-хо-хо. Табаха. Я стал толстым и плохо пахну. Выключи нос и не смотри на меня. Я не прощался с Нгоцем, или как тут ударение, не знаю. Он Нгоцем. Ждал его весь день. Но не вернулся, пожалуйста, покорми и переодень его, иначе он заболеет. Вот рецепт. Разогрей красную кастрюлю, добавь стакан воды, добавить пару плодов масливы. Их сейчас много возле озера. Плоды разжечь, добавить сушеный корень. Не забудь его растолочь. Добавить соль. И вода станет рыжей. Баночку с солью верни на прежнее место. Справа от перца. Вари, пока не сварится. Он Гоц появится, когда услышит запах еды. Если хочешь еще вещи. Если хочешь все вещи продай, тело можешь выбросить в реку. Я сюда не вернусь. Набиш. Так, что здесь делать? Какие пейзажи. Поставьте красную кастрюлю на печь. Печь вижу. Кастрюлю не вижу. Сундук закрыт уже много лет. Шмон. Бидон. Это отложится. Ну-ка. Кастрюля. Это не кастрюля, это что-то другое. Добавьте стакан воды. Тетенька.
Живая тетенька. Чё-чё-чё? Непонятно чё. Кнопку заклинило. Не нажимается. Стакан воды. 2076 год. Пятница, 24 июня. Это же дата выхода игры. Только год. Сегодня исполняется 26 лет со дня Кёльнской катастрофы во время эксперимента по эмуляции создания в институте нейрокопирования в городе Кёльн. Произошел первый в истории выброс деспиротоксина. Этот день считается датой начала эпидемии. Лилит. Стакан. Стакан воды. Фляга. Не открывается фляга. Чайник. Чайник нахрен не нужен. Он в инвентарь не ложится. Средства для ухода за кухонным. Образование ротовой полости только для органических тел. Это зубная паста. А это еще что за колотушка? Ложить в инвентарь, значит, пригодится. Воды. Дайте мне воды, у меня сушняк. Пить. Написано, предмет не подходит, хотя вода налита. О, вода. Стакан. Ну-ка, он ложится. Ложится. Хе-хе. Ведра-то нету. Надо ведро поставить. Ни хрена не помогает. Ладно. Разожгите печь с помощью пары поленья филистской бумаги. Залетай. Листки бумаги. Так, что тут? Поджиг. Похоже на зажигалку, но почему-то она громадная. И в инвентарь положится. Добавьте два разрезанных плода масливы. Маслива растет у ближайшего озера. Только поджег, и вода закипела. Клёво. Печка клёвая. Фонарик.
тоже ложится. Бумага. Масливы. Что такое масливы? Маслины? Да пыточная. Сюда привязывают кого-нибудь. Носочки. Эх, как лететь по полю. Весело. Дует ветер, птички шуршат. Я так понимаю, это озеро. Пять ног нету у персонажа. Эй, подскажите кто-нибудь, масливы ваши, пап. Те красные плоды на дереве выглядят съедобными. Они даже не шевелятся. В воздухе замерли. Он говорит, сбить надо. Да чё сбивать, я вот так вот руками всех тут вытряс. Одну так украдем. Может, палка есть? Он точно берется. Эть! Надо палку взять с собой. Разберется. У меня есть масливы, пойдем варить. Дальше. Разрезаны плода. Начинаю еще почикать. Спутниковая тарелка. Так, почикать. Надо ножик или что-нибудь. Кумыс, человек-добряк. Монгольский чай. Ложка. Ложка не берется. Еще один чай. Брюква двукочанная. А, теперь у меня есть оружие. Можно кого-нибудь кидать. Ох ты, инвентарь-то не безграничный.
Надо поубрасывать туда. Фонарик, это чё? Ладно, пусть тут лежит. Надо положить. Фрукт нужно разрезать. Разрезать. Надо стол или что-нибудь тогда. Где его разрезать? Не подходит. Может так? Нет, не то. На полу нафиг разрежем. Что мы? Стол искать еще будем, нафиг он нужен. Так, нормально. Чик. Новое задание. Добавь сушеный корень. Используйте ступки, чтобы его растолочь. Корень. Грибы треугольные. Этот. Лук, наверное, треугольный. Чеснок. Сушеный корень я, по-моему, тут видел. Ступка. Ну и у вас тут кухонный инвентарь. Ступка это толочь. Мелкие белые кристаллики, может быть лимонная кислота. Наверное, вот этого походит. Так. Кладем. Ступка. У нас все приготавливается на полу. Стой здесь. Никуда не уходи.
Посолите. Баночку с солью стоит справа от перца. Ну да, прям тут так и написано крупными буквами. Соль. Перец. Ложится. Ну-ка. Вот оно. Что-то вода-то пожелтела от соли. Или это не соль была? Справа от перца. Может, это? Кто из них перец? Ну, признавайся. Ну, наверное, вот это. Угадал. Отнесите завтрак Онгоцу. Онгоцу. Кто-то пищит. О. Ворона большая летит. Отнесите. Здорово, орлища. Я тебе хавчик приготовил. На, клюй. Ням-ням-ням. О. Наконец-то. Беркут. Это не орел, значит, а беркут. Не умеет разговаривать, но он может быть вам полезен. Переоденьте его. Замените жилет по Онгоцу. Замените жилет. Даже не сожрал ни граммочки. Ну ладно. Тут пока и остановимся. Если понравилось видео, ставь лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Всем пока.